Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Starbound. Вот он наш Антон. Вот, мы сейчас вспомним, на чем мы остановились. Ой, блин, этот самый друган. Вот, все, отлично, я... немножко спалил этот самый, ну вы поняли, да? Короче, хочу сказать сразу, вот между записями, вот последней серии и вот этой, прошло очень много времени, так-то, вот, и... Я тут немножко уже забыл, что я делал, что я хотел сделать. Вот, поэтому... Тихо. Вот, и сейчас я буду тупо вспоминать, что мне надо. Так, давайте... Тут у меня лейка. Давайте тут все полью нафиг. Вот, чтобы потом все это дело обратно у нас тут положить. Я тут вспоминаю, да, походу, что, видите, я тут много чего улучшил, да? И... Да, мне кажется, что я скоро совсем... стану крутым. Так, это у нас еще такой one-handed. Вы прикиньте, сколько у меня тут этих самых. Так, давайте мы посмотрим. А, тут все, я могу делать эти самые еду. Так, здесь у нас что? Бинты. Тканый материал. Желтый стимулятор, красный стимулятор. Заставит сверкать, а этот с красной жидкостью дает кратковременную, но сильную регенерацию. Живой корень. Красный лепест. Медицинский шприц. А вот теперь медицинские шприцы надо как-то делать. Тканый материал, кстати, мне нужно сделать. А как мне сделать его? Тканый материал. Растительное волокно. Ну хотя это растительное волокно, я его дофига могу найти. Я же его люблю, блин, подбирать. Так. Так, это красители. Красители мне тут не нужны. Так, здесь что? Это двери. Так. Я хочу себе реально... какой-нибудь дом отстроить. Конечно, его тут уже начал отстраивать, но да, наверное, вот это вот у меня будет дом, милый дом. Так, что тут? Кого? Шлем первооткрывателя? Ну-ка. 45 15 30. Шлем мусорщика, шлем первооткрывателя хочу.
Слиток титана? Ну-ка, у меня титан есть? Слиток титана у меня где-то есть же, должен быть. Дерево дофига у меня, нифига себе. Может быть, сейчас будет еще больше. Понасажаю саженцев всяких. Так, ладно. Это что такое? Стекло. Вечно ломающееся. Так, кстати, снег пошел там. Вот здесь. Вот, лепестки желтые. Красные лепестки. Красные лепестки, это класс. Я прям, знаете... вдохновился прям вот этим вот, как его, сильной регенерации. Так, наверное, все это дело нужно смотреть в другом месте. Очистительный завод. Слушайте, тут это самое. Давайте я... Наковальня кухонный. Так, это у меня есть. Так, может быть, здесь у меня что-нибудь есть? Волокна, смотрите, сколько. Просто долбануться. Корень живой. Дерево дофига. Так, тут у нас что? Головной убор вот этот. Классный, страшный, страшный. Так, короче... Пока что не пойму, что это такое. Вот. Давайте бинты сделаю. Вот, бинты — это очень классная вещь. Надо еще здесь посмотреть, что я вообще могу сделать. Тканый материал. По максимуму просто все. Сейчас я просто тупо много-много мази сделаю. Ля, кто-то там, видите, спустился многоглазый. Какой-то новый монстр. Либо я уже не помню, что, как тут... Манекен еще можно сделать, нифига себе. Да. Короче, надо тут немножко разобраться, что я хочу сделать. Мне нужен титан. И причем много. Я сейчас попробую, знаете, что сделать? Я попробую, ну, чтобы мне проще было, вот, сделать рядом с кроватью еще несколько сундуков. Вот. И в каждый сундук я буду складывать
ресурсы для нужных вещей. Вот. И на самом деле нужно будет запомнить, что для чего я буду складывать, но это потом. Это потом разберемся, короче. Мы почти, смотрите, сделали тканый материал. Небольшой квадрат тканого материала. Совсем чуть-чуть, давай. Окей. Ох, сейчас будет много. А куда? Нет. Хотя да, сюда, все правильно. Сколько? 125. Неплохо. Это вы прикиньте, сколько бинтов у меня теперь будет. Вот эти бинты, они будут очень полезны против боссов всяких. Потому что бинты, они быстро лечат. Мне, кстати, поесть надо. Антоху покормить, блин. А то почти голодный у нас тут. Опа, а это что такое? Это титан? Если да, то мы сейчас его подберем. Только вот бинты сделаем. Блин, с одной стороны, это классно, когда дофига бинтов делает. Бинтов делается, да. Ну, не только бинтов, а вообще разных этих самых вещичек много. Ну, типа с запасом. Сейчас мы все это дело подберем. Вольфрамовая руда, блин, а я думал, что это титан, блин. А, так, где? Так, земля русская. Так, пока что вот так вот, хоба. Так, теперь чего? А где тут у нас место свободное есть? Досок, смотрите, просто дофига досок. Так, это я сейчас буду все сажать. Тканый материал сюда. Короче, что я сейчас буду делать? Так, что? Во-первых, я поем. Вот что я буду делать. Так, и еды, кстати, надо сделать. Короче. Ну да, еды у меня тут много будет. Так, короче. Живой корень. Красные лепестки. Так. Вот живой корень. Лепестки. И надо еще посмотреть, как делаются шприцы. Узнаю, как они делаются, и будет мне счастье. Так, это что? Вот еще вот это вот. Радиационный НЭС и дыхательный НЭС. Вырабатывает чистый воздух, пригождается. Подождите, а у меня уже НЭС есть. Да, НЭС у меня есть.
Подождите. А, так. Так. Делаю вот так. Закрываю дверь. Прыгаю. И сейчас я... Знаете, что сделаю? Знаете, что сделаю? Я сейчас буду делать второй этаж. Второй этаж у меня будет... Ой. Ну, примерно вот такой, да. Так. Потолок пускай будет... типа двойной. А, нет, подождите, я тут немножко, да. Блин, я хотел снег подобрать, а вместе с ним подбираю доски. Ой-ой-ой, много чего. О, испортил, блин. Сейчас все поправлю. Как же хорошо, что тут это самое. Мысль потерял, блин. Никто так не узнает, что тут... Что тут хорошо, короче. Так, во-первых, сейчас я сделаю, во-первых, вот так, да? Вот так, теперь. Ну да, второй этаж теперь не такой высокий будет, как я до этого сделал. Не как в Сталинках, да? А теперь делаю вот так. Я прям заморачиваюсь, да? Казалось бы, такая ерунда. Окей. Вот эти вот первый этаж я, наверное, буду расширять как-то. Вот. Короче, теперь беру вот эти вот досочки. И досочками буду вот так вот все прокладывать. Конечно, тут будет сейчас темно. Вот. Да. Только я вот сам себя запер. Так, теперь сделаю вот так. А зачем я это сделал? Короче, сейчас я тогда сделаю... Вот так. Так, вот так вот давайте.
Вот так, вот так, вот так. А потом что? Вот так, вот так, вот так. Хотя, да, подождите. Ну ладно, вот так вот сделаю, короче. Ой-ой-ой. Света почти нет. Солнце село. Как говорится, солнце скроется. Муравейник закроется. Я инвалид, ножка болит. Хотя, зачем я так делаю-то? Сейчас все сделаю. Это просто с... Когда делаете что-то нахрапом, естественно, много чего может не получиться не так, как надо. Так, идем сюда. Правда, конечно, тут у меня нету дверей теперь. Это очень плохо, потому что кто угодно может сюда зайти. Я сейчас ищу лестницу, чтобы вы понимали, что я делаю. Что я такое тут делаю? Это что такое? Каменная платформа. Пускай пока лежит. Вот, я нашел. Серебряный слиток. Слиток титана, только две штуки. Слиток железа. Дюрасталевый слиток. Эту руду можно обнаружить на планетах, вращающихся вокруг радиоактивных звезд. Ну-ка. Титан. Вот, смотрите, тут умеренные звезды должны быть. Так, хорошо. Это я пока вот так складываю. Ладно, у меня будет... А я не знаю, что у меня будет на самом деле. Тихо. Так, тут что у нас? Я думаю, что дерево-то мне пригодится. Мне сейчас дофига его нужно будет. Пустая бутылка. Это чё? Уголь. Три шестерки угля. Уголь нам вообще пригодится для... Вот. Уголь нам пригодится для... создание факелов моих любимых. Так, теперь здесь мы берем эту лестницу. Вот так. И нам еще надо сделать. Так. Деревянный люк. Булыжник.
это же где-то здесь. Должно быть стол. Ящики туда-сюда. И растительное волокно тут. Для этого нужно. Блок колонны, нифига себе. Деревянная обшивка. Дофига тут много всего можно сделать. Короче, что мне нужно? Что мне вообще нужно? Смотрите. Шлем первооткрывателя. Штаны первооткрывателя. Кстати, полотно. Здесь полотно. Где тут еще первооткрыватель? Вот. Шелк. Шелк я, кстати, могу где-то сделать. Вот он, шелк. Шелковое волокно. А как мне шелковое волокно сделать? Непонятно. Ладно. Подождите, а тут еще одна, смотрите, лейка. Бережно, эффективно. Ну, у меня уже есть этот самый Атракс. Так. Источник света. Хорошо. Понятно. Так, что мне вообще нужно? Вот, очистительный костер, уголь, слиток титана. Значит, сейчас я... Где-то же у меня уголь был. У меня тут вот дофига угля. Просто дофинище. Вольфрамовая руда. Я ее посажу куда-нибудь. Ну, в смысле, не куда-нибудь, а туда, где у меня валяются все вот эти вещи для ресурса. Так, где у меня это? Так, ты где, ты где, ты где? Вот так. Так, это сюда. Костер сюда. А, еще же деревья надо посадить. Ай-яй-яй. Блин. А, ну-ка, подождите. Вот так посажу, все. Не волнует. Так, пойду-ка я за растительным волокном. Сейчас я вспомню тут, как я белок не хочу убивать. О, кожа, кстати. Кожа тут как раз нужна будет. Спокойно.
Да, нету тут никакого растительного волокна, блин. Я думаю, что стоит... Тихо. Я думаю, что стоит сейчас пойти... на другую планету. Только вот как, блин, мне, например, узнать... например... какая у меня звезда? Так, ну-ка. Жареная морковь. А чё? А чё я? Я не подобрал морковь? Я только семена подобрал, нифига себе. Хорошо, сажаю. Сажаю все обратно. Полить, наверное, надо все. Вообще столько всего набрал? Теперь приготовить что-нибудь смогу. Рис смогу приготовить. Одну штуку. Ну-ка. Что тут? Шоколад. Ну-ка. Сок. Вот это я на самом деле попробовал как раз. Что вообще мне даст все то, что я тут приготовил? Буду сейчас рис заедать шоколадом. Да нифига себе. Видали шоколад какой, блин, вообще? Блин, я опять семена собрал вместо еды. Короче, сейчас я буду... Так... Пшеницу я пока вообще не знаю как. Сахарный тростник. Вот это нам пригодится. Вот это давайте я посажу. Коралловый вьюнок. Растет только под водой. Ну ладно. Под водой так под водой. У меня, кстати, блин, что-то выпил, и скорость у меня прибавилась. Ну, кстати, тоже, знаете, полезная штука. Например, надо тебе босса победить, да, какого-нибудь. И ты понимаешь, что тебе скорость нужна будет. Взял, жахнул там продуктов. Так, где лейка? Лейка где? Вот она, лейка. Так. Кстати, грибы, да.
Очень хорошая штука. Так, смотрим. Здесь смотрим. А зачем я смотрю? Когда мне сажать надо. Вот так. Вот так. Так. Жалко, что в этот промежуток я ничего не могу посадить. Не понял. Видимо, тоже не сажается сюда. Ладно, обойдусь тогда. Короче, пускай оно все тут растет. Вот, а я... Давайте... А, возвращаюсь на корабль. Вот. И сейчас буду разбираться, где я. А, вот, радиоактив. Смотрите, мы в радиоактивной звезде. А у нас, по-моему, кое-что в радиоактивных звездах найти можно. Насколько я понимаю. Ну-ка, давайте я посмотрю, что да как. Да, слушайте, первые 35 минут серии у нас просто какой-то душный, неинтересный менеджмент получается. Вот, а, Титан вокруг умеренных звезд. О, это у нас Титан нужно в умеренных звездах. А я почему-то... подумал, что Титан как раз вокруг радиоактивных звезд растет. Я не знаю, почему я так подумал. Может быть, просто потому, что я невнимательный. Россия. Ой-ой-ой, толпа на меня какая бежит. Так. О, вот вы где. Тихо. О, мяско. Хорошо. Выпрыгивай отсюда, пожалуйста. Ой-ой-ой. О, выпрыгнул. Здорово, отец. Чё, пойду это самое... готовить мясо себе. Кстати, там... это... можно же сейчас подобрать... вот эти вот штуки, которые под водой растут. Под водой растет. Тоже под водой растет. У меня же там есть... под вода у меня есть. Сейчас я дойду. Вот. Под вода. Понятно, хорошо, ладно. Оп. Ах ты атакуешь меня, да? А я, между прочим... О!
Еще и да. А я, между прочим, подумал, что она сидит мирная такая, да? И никого не трогает. Так, о, ананасы. Ананасики у нас уже. Так, семена ананаса, хорошо. Сажаем. Ладно, больно-то хотелось. Больно-то хотелось вас высаживать еще. Так, где там шоколад? Да, шоколад тут это прям вообще классная тема. Я вообще не думал, что здесь он такой прям питательный будет. Окей, все полили. Так, у меня так-то у меня вещей нормально. Так, хорошо. Мясо, курица, рыба, как говорится, сок, шоколад, шоколад, ой, слипнется у Антохи, слипнется, потолстеет, потом треснет кое-что. Так, 147 повязок. Да, так и не достроен у меня вот эти вот первые этажи все. Так, сейчас я полечу куда-нибудь. Радиоактив, радиоактив, ледяная. Да что ж я, блин, построился в радиоактивных звездах-то. Temperate Star. А надо, тут же не все у меня переведено. Frozen Star это понятно, это замороженность, типа звезда. Радиоактив тоже понятно, что такое. Сейчас я узнаю, что такое Temperate Star. Возможно, мне туда надо. Да, Temperate Star это как раз умеренная звезда. Да, нам, наверное, сюда. Давайте мы попробуем переместиться. Будем здесь... Ля. Нифига себе. Так, это чё? Нет, нет, не то. А где? Подлетаем к планете, к этой. Вот, Silver, Copper, Gold, Iron. Так, хорошо. Если так... Эй-эй. Не понял, а что это мы гоняем тут? По орбите как бешеная. А зачем я нажал на escape?
Сейчас. А, это вот мы прилетели, типа, да? Но я сейчас посмотрел, тут нету титана. Титана тут нет. На форесте. Так, ну-ка. Голд, коппер, сильвер. Титаниум, вот. А так, а ты у нас кто? Хорошо. Летим сюда. Слушайте, класс. Я надеюсь, что у меня тут проблем не будет, так как я... на снежных планетах никогда не был. Вот, и... вдруг я замерзу нафиг. Пробуем. Ох, сейчас, наверное, замерзну тут и... А нет, нормально все. О, сразу, сразу. Растительное волокно. Да, тут классно. Но здесь бы я не хочу что-то как-то обустраиваться. Я здесь ради титаниума. Так, это что такое? Досочки какие-то. Бля, а... подожди. Робот. Живой, живой. Нифига себе. Что за робот такой был, блин? Снежок. О, ля, смотрите, тут в снегу кто-то живет, блин. К счастью, я приспособлен к морозам. Я только вот это возьму, Руган, извиняй. Статическая ячейка. Да, а, тут смотрите, тут не везде снег, оказывается. Опа, опа, это что такое у нас? Вообще все подобрал, все, что можно. Так, давайте я тут все по местам расставлю. Так, и посажу дерево опять. Вот так. Даже два дерева посажу. Чтобы... вот это вот. Cotton seed. Хорошо, что я это подобрал. Это нам пригодится вообще. Это что у нас? Медь. Медь, это хорошо. Короче, мне теперь нужно еще тратить вот эти вот мази. Биг мази. Хотя зачем мне тут земля всякая, да? О! Вот это вот мне нравится. Берем. Сейчас я попробую. Что
это за пистолет такой? Неплохо. Так, рис. Готовим. Попкорн тоже пригодится. Оставлю тут этот костерчик. Так, ну-ка. Закрыт. Понятно. А я забыл, как тут это... А вот, точно. Да уж, это... Когда долго не играешь в какую-то игру, показалось. А то вообще все напрочь забываешь. Лёд, что это такое? Конечно, это волокно растительное, я его сразу узнаю, но оно какое-то тут необычное. Веревка. Я пока вообще не знаю, зачем тут веревки нужны. Так, сейчас я тебя... Так, тихо, подождите. Подождите. Лучше я возьму свой огнемет, к которому я привык. Пока что вот для себя я лучшего оружия не нашел пока что. Отлично. Я прям киберспортсмен. Такие сложные трюки тут делаю. Лё. Нифига себе прыгает. О, мясо там выпало. Сейчас я его подберу. Так, дичь, а ты выпадешь мне, дичь? Нет, не выпало. Короче, с голоду я тут не помру, короче. Ну-ка, интересно, что тут у нас? Не хочу туда, я там поранился. Ух ты, оставлю здесь. Хорошо, окей. Так, такое ощущение, что я тут по второму кругу иду. Но это не точно. Ах ты, залетела сюда, да? Видите? А сюда не запрыгнешь. Не запрыгнешь, не запрыгнешь. А я тебя пожарю зато. Сырой бекон. Либо мне показалось, либо вот из этого другалька всегда этот бекон выпадает. Опа, она. Так, что у нас там есть? Проход куда-то.
Опа. А, срубил дерево, но на камень я его не посажу, увы. Но зато смогу посадить куда-нибудь на землю. Оп, здрасте. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Это ж мне туда бежать теперь надо. Офигеть. Высадка. Ну ничего, добежим. Огнемет есть. Да, ты помните, я сказал, типа, по второму кругу, вот с чего мы начинаем. Со снега. И вот этот самый торгаш тут. Тихо, только не ты. Попался. Ой, тут еще и робот. Ладно, пускай он там тусит. Ну, ладно, да, как говорится, не впервой. Красный лепесток, да. Красные лепестки нам нужны как никогда. Вот эту вот штуку я бы разобрал, но с другой стороны, пускай. Смотрите, метель. Прям вьюга. Так, ничего приготовить не могу. Подожди. Она еще освещается так красиво. Я сначала подумал, что это какая-то... Какой-то этот метеоритный дождь. Тихо. Ой-ой-ой. Тихо. Фух. Ай! Ну, кстати, там можно кое-что подобрать. Так, я, кажется, знаю. Вот так вот сделаем. Сделаем жареный картофель, две штуки. Отлично. И сейчас мы этот жареный картофель съедим. Вот так вот сделаем. Вот здесь вот землю вот так поставим. Ай! Тихо. Так я тоже прыгать могу. Так я допрыгался. Во всех смыслах, блин. Я думал, что он... Так, это не так вот хорошо. Я думал, что я сейчас это самое...
того. Так, F. Еще раз F. Как же удобно с этой штукой прокачанной. Так, слава богу, метель кончилась. Нету теперь этого дискомфорта. Не знаю, мне вот как-то... Ну, лично здесь в игре вот эта метель, она классно сделана очень. Как же вас тут много? Так, вот тебе я перепрыгнуть могу. Так, ну-ка. Ох, господи. Вот, слава богу, добежал. Слава богу, я добежал теперь... Единственное, нужно все теперь по новой расставлять. А, так, вот так. Нет? Хорошо. Картоху. Так. Ананас. Вот так. Блин. Давайте-ка я вот куда-нибудь вот так вот встану. Потому что там в противнике вражины налетели сразу. Вот, ну и чтобы на них не попадаться. Так, здесь у нас что? Здесь у нас пока так. Птички летают хорошо. Нормально. Все, окей, идем дальше. Да, вообще вот эта вот игра Старба. А, хорошо, это у нас мирный. Вот эта игра Starbound, она очень классная. Я прям в нее, ну, вы поняли уже, да, залипаю. Нехило так. Но кладбище мы ворошить не будем. Вот, и вот из-за того, что эта игра залипательная, и серии тоже получаются большие. Так, давайте все-таки тут начнем исследовать пещеры, потому что мы же тут за титаном, за титаниумом. Хорошо, три картошки сделал. Ай. Да, вот эти вот металлические штуки, которые я сейчас сломал, я их предпочитаю ломать огнеметом, потому что вот этой штукой можно подобрать заодно и, ну, немножко не то, что хочешь. А потом весь инвентарь, короче, забит всяким хламом. Это не очень хорошо получается.
Да, вот это растительное волокно, оно почему-то по частям ломается. А, нет, вот, целое упало. Ладно, почему-то у меня как-то, да, получалось вот по частям ломать. Вот, о чем я и говорил. Землю зачем-то подобрал. Не, ну, раз подобрал, то пускай будет. Так, здесь мы ставим так. Уголь, конечно, можно подобрать. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот вообще... Я дал маху. Ну, кстати, тут можно некоторые факелы не ставить, потому что, вот видите, я сделал дырки. И эти дырки тут вообще все освещают. Все как надо вообще. Поэтому... Поэтому вот, теперь буду так иногда делать. Но мне кажется, они освещают только в том случае, когда ты близко к поверхности. Вот, а когда мы глубже углубимся, да? Тогда посмотрим, каково это вообще там все освещается. Так, опа. Вот это вот нам надо. Так, что тут у нас? Тут у нас ничего интересного нет. А тем временем на свободе у нас... Ночь наступает. О, нифига себе. Офигеть, столько угля я ни разу не видел. Просто залежи. Кладезь. Да, растительного волокна нужно на самом деле нам набрать просто дофига. Ну, теперь-то я на мазе тратить все это волокно я не буду. Да, чтобы тратить, чтобы потом тратить, да, это волокно на более нужные вещи. Да, все-таки тут иногда, точнее, не иногда вообще ставить факелы надо. Потому что солнце скроется, как говорится, муравейник закроется. Будет темно, ничего не видно. Вот. Так, огнеметик где? Да, на самом деле это не такая уж и глубокая пещера у нас получится сейчас, да? В которую мы залезем. Собственно, тут тупик. Окей. Ладно, по крайней мере, тут мы будем знать, что мы тут были. Ой-ой-ой! Бля, что это за пеликан? Он на меня наблевал?
Я испугался. О, все сразу побежали меня атаковать. Так я же вас победил, вы что? Я же вас сейчас одолею в честном бою. Ага, вот ты где сидишь, да? Я, конечно, отступаю просто гениально. Так, ну-ка. Ладно, я думаю, что сейчас мы эту серию закончим с вами. Вот, сейчас я подберу все вот эти вот волокна растительные. Ну, ладно, не только волокна. Вот, мы вообще очень, ну, многое сделали за сегодняшнюю серию. Казалось бы, движухи было не так уж много, только один какой-то скучный, душный менеджмент вообще. И фу-фу-фу так играть, да? Но с другой стороны, мы узнали, где искать титан. И что он называется титаниум на английском. Вот, и узнали, как называется солнышко, которое, у которого можно найти будет все вот эти вот титаниумы. Вот, давайте я вот здесь вот буду останавливаться уже точно. А то я, знаете, любитель очень долго останавливаться. Короче, в следующей серии мы как бы продолжим уже находить титан. Вот. Да, назову эту серию, например, на поиски титана. Вот. Не знаю, как-нибудь так. На поиски титана, например, часть первая, да? Вот, потому что серия у нас уже сколько идет? Сейчас проверю. Вот, проверил. Серия у нас идет больше часа. Блин, это почти как Fallout Shelter, блин. У меня больше часа идут. А, да, собственно, как и с Fallout Shelter, вот эта вот игра Starbound. Пускай это тоже будет игра, которая будет предназначена для засыпания, да, советую смотреть на ночь, что Starbound, вот эту вот игру, что это хорошо, что я там все осветил, блин. Короче, что Starbound, что Fallout Shelter, да, две игры, вот такие вот, которые помогут, наверное, вам засыпать. Вот. У меня все летсплеи полезные могут быть, если правильно на них посмотреть. Вот, короче, игра Starbound. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка есть на ней в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем огромное спасибо за просмотр. Те, кто досматривает такие большие серии до конца, вы герои, знаете. Самые настоящие стойки. Вот. Ну а мы с вами увидимся в следующих сериях. Всем удачи и всем пока.